Так, ну и немного давайте поговорим о косе. Очень большую работу она сделала в этом году. Вот из неполадков, вот я сейчас буду снимать ножи. Один был нож только потерян. Ну, вот, вот такое вот состояние у них. Сейчас я попробовал сначала болгарочкой, но очень неудобно. Вот, лучше сниму, заодно вот эти все вещи почищу. Так как, оказывается, вот эта грязь, она тоже влияет на, когда крутится, как она, калибровка, цилиндровка. Вот, и еще вот такая неполадка. Вот здесь вот заводские схватки. Вот здесь тоже вот есть вот вон. В общем, сейчас покажу. Во. О, да. Видите? Придется ее варить. И все. Завтра опять в бой. А в целом все замечательно. Сам процесс снятия, в принципе, не очень долгий, но немного требует навыков. Ну, подточу, да, сразу, ну а чё? А смотри, как износились. Есть, мало, да. Ну, косили, блядь, в косе были. Сколько муравейников? Да. Загубил. Ну, и шиповник, блядь, и всё косит. Да ни хера. Столько работы здесь. В одно рыло, блядь. На хера, на вон, скажи, 4 воза, блядь, тяну привезти. Ай, компании хорошо, блядь. Не 4, а 3. А один я сам привез. Валентин с Вов с мамкой подняли, да? Четыре. А, да, 4 получается. Утром-то, утром я... А сейчас смотри-ка, стабильно прям 4. Да, я утром 4. Хороший Вовка, я и тележку тоже привез. Ну, видно оно сразу. Оно сыровато, наверное, было. Угу. Поэтому. Ну здесь дома подсушили. Она и плотно села. Утром поехал, блядь. Вроде дождик начинается, блядь. Ай, доехал до татарки. Нет, не вернулся, блядь, назад. Не вернулся? Нет. Поехал, дождь кончился, блядь. Видишь, как хорошо.
Но я вдоль посадки, Вовка, и этот, внутри там трава, и это, и клевер чуть-чуть пополз. Вовка говорит, клевер не надо. А между делом можно, блядь, и клевер пустить. Я вот сейчас, он не обсыпался, он хорошо, блядь, это. Он когда туда-сюда кидаешь, он сыроватый был, листья не опали. А на крыше пусть не она отпадает. Нам всю зиму вон кур кормит его. Отходами. Да? Угу. Я кроликом это на постилку посыпаю. Съедаю? Завтра, если поедем косить. Надо тут где верба остановиться, вот ива. И веники наделать. Я иду, дубья завтра, дубовые веники сделать все. Нет, кроликов. А? Сейчас мне вот эту зарезать охота. Эту самку зарежу, другую, блядь, получу. И на ее место получу. Гераськи, блядь, у гераськи крупные, блядь. Вот тут место, блядь, 200. Но они не крупные, но средние, пойдут. Почему не крупные? Самый. Я сам над собой удивляюсь, блядь. Блять, и болезнь проходит, блядь, нихуя, и работаешь, блядь, и болезни нет. Некогда, наверное, болеть, поэтому... Некогда, блядь. Да, некогда ныть. Забывается, блядь. Всю зиму ныл, блядь. Ну вот этот, блядь, за, у меня запор от этого был, блядь. Ай-ой. Не ай-ой, вот от грыжи, блядь. Ну, возможно, а чё же нет-то? Поем, блядь. Посад нихуя, сейчас, блядь. Айда, дай бог. Спасибо, я альфатую, сейчас отфоту. Вот, вот такой гость найдешь, ебать? А что тебе нужно? Штуки 4, да. Я только резать придется. А, фигня, ты найди самое главное. Так, ну что, теперь будем пробы затачивать.